рады приветствовать тебя в футбольном клубе «Факел». Первый вопрос традиционный для любого новичка. Как, насколько легко получается вливаться в новый коллектив? Насколько доволен новыми партнерами? Как себя чувствуешь вообще в новом коллективе? Спасибо. Все хорошо. Ребята очень простые, дружелюбные. Каждым днем чувствую себя лучше в коллективе. Тем более мой друг играет, он хорошо отзывался до того, как ехать. Я у него спрашивал. Он о городе, о болельщиках, о команде очень хорошо отзывался, так что все хорошо. Как вообще возник такой вариант с переходом из «Черноморцев» в «Факел»? Ну, просто пригласили на просмотр, решил поехать попробовать. Вроде подошел. Скажи, пожалуйста, ты уже провел за «Факел» две игры, ну, можешь сказать даже, что они официальные, да, на Кубок ФНЛ. Доволен ли своим дебютом игровым в команде? Ну, в какой-то мере да, в какой-то нет. Но есть куда расти, я думаю. Как, на твой взгляд, чего не хватило «Факелу» для того, чтобы все-таки довести дело до победы в матче с «Волгарем»? Везение, наверное. Забей свои моменты при 1-0, мы спокойно довели бы игру до победы. И как теперь искать мотивацию для того, чтобы играть дальше в этом кубке, когда уже главную задачу выполнить не удастся? Я думаю, всегда просто на любой матч товарищеский, не имеет значения, или турнир, проиграл, выиграл. Думаю, на каждый матч все настраиваются выходить, выигрывать просто, независимо от каких-то турниров, задач.